Всем привет-привет! Огромный пламенный привет от моего канала Елена Мастер Лив. Дружно подпишись, дружно улыбнись. Рада всем гостям и моим друзьям. Сегодня у меня мукбанг. Мукбанг за камерой. Вот. Многие тоже работают, несмотря на праздничные дни, да, несмотря на выходные. То есть выделили выходные дни, да, людям, народу. Кто-то отдыхает, а кто-то нет. В том числе и я нет. Вот. Работала. И сегодня я работала, и вчера я работала. И вербное воскресенье, хотя этого делать нельзя. Вот. Устала, конечно. И я готовить не готовила сегодня. Уже 6 час вечера, вот, я не стала готовить, потому что я устала. Логично, да? Зашла с доставки, унесла картину на доставку, и оттуда зашла в наш местный магазин. Он очень хороший, там можно купить как свежие продукты, так и готовые продукты, выпечка, салаты, первое, второе, третье, четвертое, пятое и десятое. Очень все вкусно. Вот. Я взяла рыбку, минтай один кусочек. Вот. Это морковка тут. Шапочка морковная, минтай. Один кусочек я взяла. Вот. Вот такой вот аппетитненький. Ну-ка. Угу. На вкус тоже. Вкусно. Вы тоже все присаживайтесь. Накладывайте себе еду. Наливайте напитки. Не будьте голодными. И вообще так кушать, конечно, нельзя, как я. Иногда получается один раз в день или в сутки, и то под вечер. Это, конечно, вредно. Это вот такой большой был один кусок шашлыка. Вот этот вот весь. Я его порезала на кусочки. Вот. Угу. Прожаренный, вкусный. Интересно, где они жарят? На костре или на гриле? На мангале? Купила торт печеночный. Он со скидкой был. Не думайте, не просроченный, ничего, свеженький. Сегодняшний. Просто бывает там 5 каких-то товаров положат и на какие-то единичные поставят скидку 20, минус 25%. В общем, это торт у меня вышел печеночный где-то рублей на 220. Сверху морковка и печеночные коржи промазанные. Сегодня я его пробовать не буду. Не так много еды. Завтра будем пробовать всей семьей. Также купила салат селедка под шубой. Вот. На 138 рублей. Вот селедка под шубой. Сколько там грамм? 220 грамм. Я тоже его кушать не буду. Сейчас уберу в холодильник. Но я поем сегодня редиску с огурчиками. Вот, редиска с огурчиками. Ой, какая редиска у нас шикарная, растет в огороде. Заходите ко мне на канал, увидите. Без водопровода и электричества. Ой, благодаря дождикам. Вот. Такой вот салат. Что там еще? А, я окрошку взяла. Не с колбасой, а с этой... с курицей. Куриная грудка.
окрошечка. Я люблю с кефиром, с минералкой окрошку. Поем. Можно просто со сметаной. Тоже будет вкусно. Вот. Вкуснятина. Я еще и растягай купила с белой рыбой. Вот. Наверное, белая рыба — это минтай. И зеленью. Стоит он 100 рублей. Крупный такой растягай. Тесто в виде лодочки. И там начинка. Так, что? Знаете, мне соуса не хватает. Я вот соус. Я ничего не рекламирую. Купила соус какой-то сметанный с грибами. Хоть поем. Но я считаю, недорого. Как-то так удачно получилось со скидками. Селедка, салат, селедка под шубой тоже со скидкой. Минус 25% получился. И поэтому итог за все 1200. Пойдешь вот так вот, наберешь, да, продукты. Начинаешь делать салат после работы. Устанешь, как собака. Еще и салат делаешь. Еще и деньги заплатишь больше, чем этот салат. Салат не солили. Надо посолить. Знаете, привыкла к соли. К адыгейской. Это я ее пересыпала. Мне нравится. Безумно. Только сильно я не пересаливаю, потому что она сильно соленая. Чуть-чуть. У нас погода — это что-то. Вчера теплота. Ходили в огород. В этом году в первый раз. Попроведывали, посмотрели, что там творится. Там все сухо, все хорошо. Снег сошел. Еще солнечная такая горка. У нас неровный участок. А с горкой, пригоркой. Вот. А сегодня ливень с утра. Мне даже некогда было погоду смотреть на сегодня. Удачно вчера сходили. После обеда. На завтра тоже обещают ливни, грозу и град. Конечно, это хорошо, пыль прибьет, всю грязь зимнюю уберет с дороги. Вообще будет замечательно. От животных всякие там, каля-баля, от птиц. Вот. Тоже все уйдет. Травка быстрее зацветет. И цветы. Всем прекрасного настроения. Здоровья и счастья. Это я стол так руками стою, держу. Всем прекрасного настроения, здоровья и счастья. Будьте довольны всем.